Учасник бойових дій на сході України, боєць позивний «Марс» є гостем програми «Чернівці сьогодні». Вітаю вас. Здравствуйте. Чому саме «Марс»? Ну, наверное, связано с моим, я не знаю, с моей какой-то жизненной позиции, что ли, я не знаю, я немножко такой, как с Марса, вот, да, меня так прозвали мои побратимы, потому что я немножко, как они объяснили, немножко по-другому вижу вещи, ну, которые происходят вокруг нас всех, и в политическом контексте, и в каком-то социальном, что ли. Вот. Поэтому так получилось. Ну, нашим глядачам ми розповімо, що ви добровольцем пішли воювати. Самі ви з Донецька. Де воювали? В Мар'їнці, Красному Лимані, під Горловкою. Що змусило вас тоді прийняти таке рішення? Піти воювати? Страшно, ну, моя позиція, я не хочу жити при той власті, яка зараз сидить в моєму місті. Я не хочу при них жить. Они не несут для меня ничего позитивного и для моих соотечественников. З вашого оточення так само багато друзів вирішили піти на війну? Ну, скорее всего, больше пошли за ДНР воевать. Вот, учитывая то настроение, которое было в начале войны в Донецке, ту пропаганду, которая людям промывали мозг, что их придут и начнут убивать, не спрашивая их имени, где они живут, вот, то больше знакомых пошло воевать в ДНР. Ну и очень много и в нашем батальоне было ребят с Донецка. И, кстати, по потерям даже в нашем батальоне у нас больше было убито парней из Донецка, бойцов с Донецка, из Донецкой области, чем с остальных. Ну, это в нашем, по крайней мере, батальоне. Вот. От ви кажете, лякали людей, говорили, от прийдуть, будуть вас вбивати. Хто прийде? Що розповідали? Ну, там сложилось такое мнение, наверное, благодаря какой-то российскому какому-то российскому телевидению, что ли, я не знаю, потому что люди реально думали, что сейчас в Майдане, когда люди отстояли, хотели поменять власть, хотели для себя какой-то лучшей жизни, не только для себя и для даже тех людей, которые живут на Востоке, что эти люди почему-то возьмут оружие, правый сектор там, и придут убивать их семьи, их, это было какое-то, знаете, это какое-то помешательство, как по мне. Я сейчас, я на тот момент просто за этим наблюдал, ну, не знал, как реально дать этому оценку, ну, полноценную. Но сейчас я даю эту оценку, что людей просто кинули. Ну, обманули, кинули. Им рассказали, что их придут убивать. В итоге их никто не пришел убивать. По итогу они оказались в такой социально-экономической ситуации, что не позавидуешь. И они продолжают в какой-то степени обвинять нас в этом. Вот. Ну, жизнь поставила, как по мне, все на свои места. Я думаю, если придет переломный момент и в Донецке опять появится украинский флаг, опять появится власть какая-то, то я приеду туда обратно и буду стараться помогать людям, что я в какой-то степени и здесь пытаюсь делать. Какими-то реальными делами, реальными шагами я пытаюсь помочь своим соотечественникам, а не стоя на блокпосту, защищая какую-то республику банановую. Ну. Як зараз виглядає життя в Донецьку? Тобто в деяких районах йде війна, а в деяких продовжується нормальне життя для людей? Люди ходять, ну, знаєте, атмосфера війни там везде, так как везде вооружены люди ходят, везде ездит техника, новости только об этом говорят, какие-то звуки, взрывы. То есть и экономическое положение такое, можно сказать, оккупационное, знаете, когда вы заходите в магазин, а там нечего купить поесть. Не, ну на данный момент там есть что купить поесть. Захарченко молодец в этом плане, он российскую гуманитарку в супермаркетах продает стабильно.
моим соотечественником. Но цена ее очень отличается от тех цен, которые здесь на Украине. Вот. То есть война там чувствуется во всех районах. Но так как большая частность боевых действий там идет на севере, западе Донецка самого, да, в некоторых районах там очевидно, там все разрушено, там дома разрушенные, вот, там видно, что там война. Ви все-таки вірите, що згодом вдасться відбудувати, так, місто? Я думаю, это будет по-любому, ну, потому что, насколько, знаете, можно взять много примеров городов, которые были и в осаде, и в оккупации, и в каком-то захвате, все, история меняется, и со временем как-то она вносит свои коррективы, города опять принимают нормальный образ жизни и отстраиваются. Я думаю, этот придет момент, только когда, это уже не нам решать. Зараз хочу вас розпитати, як ви воювали, як ви йшли на війну, чим вас забезпечила держава і що ви самі для себе купували? Ну, поначалу, когда наш батальон только формировался, вот, в большей частности, нас спонсировали люди, заинтересованы в формировании нашего батальона. Не буду лукавить, это были, ну, можно сказать, олигархи и какие-то политические деятели. Они занимались этим, так как финансирование батальона – это, ну, не маленькие деньги. На тот момент государство этого не могло себе позволить. Вот. 50-50. Наполовину что-то, то, что нам надо было, форма какая-то, какое-то обмундирование, которое мы знали, что оно нам пригодится, мы покупали его уже за свои деньги. Вот. Но это на первоначальном этапе так было. Вот. В последующем уже волонтерская помощь, я очень благодарен волонтерам за их помощь, она очень реально ощутима была, особенно в зимний период, когда у тебя не было просто, ну, зимней какой-то обуви, и они просто, можно сказать, пачками тебе и эту одежду, и теплую, и обувь, и еду какую-то привозили. Да, это без них бы было бы намного тяжелее. Вот. Ну, а государственная помощь в виде каких-то финансовых больше потоков, потому что многим надо было и семьи свои кормить, они все-таки тратили время свое, воюя, вот, когда их не семьи сидели, они, да, и, ну, от государства шли какие-то потоки, но я бы не сказал, что, например, в каком-то, в еде, в одежде государство сильно себя, можно сказать, проявляло, вот. Больше это все-таки волонтеры это делали. Яке там харчування було? Як воно було організоване? Ну, організовували ми все самі. Вот. Харчування, я скажу, что не знаю, как, где, может быть, где-то с этим проблемы, но, насколько я знаю, как у нас было и где я видел это, с едой проблем вообще никакой нет. В этом плане все хорошо с едой. Вот. Может быть, кто-то со мной не согласится, но это уже отдельный разговор. У нас, по крайней мере, с едой было все нормально, нам привозили и запасы еды, и сухпаи, то есть и от государства, и от волонтеров. Мы уже делали свой какой-то мини-склад, на котором распределяли эту всю рацион, еду, и уже у нас были свои старшина, кок, ну, повар, то есть, который готовил это все, распределял эту всю еду. То есть проблем в этом, ну, особо так не было. Вы завжди были на передовой? Нет, не всегда. Мы и отходили, ну, год и три месяца, думаю, было бы тяжковато. Мы и уходили, и отдыхали, и в казарму возвращались. То есть такие моменты были, потому что человек тоже должен как-то почувствовать себя человеком. Вот. Ось тут якраз хочу вас спитати, на вашу думку, чи кожен хлопець, чи кожен чоловік може йти воювати? Я думаю, нет.
Я думаю, нет, тут, знаете, как такой, некоторые могут, но не хотят, тут некоторые хотят, но не могут, но тут вопрос не в этом. Я считаю, что воевать должны, ну, люди, которые чувствуют в себе воина, что ли, или которые могут это вытягивать, то есть и психологически, и физически они могут с этим справляться, к этому адаптироваться, с этим как-то потом жить, это тоже немаловажный факт. Фактор и как-то проявляться, то есть это не каждому дано. Многие и от стресса и автоматы кидают и сдаются. То есть это нам не надо. Нам нужна профессиональная армия с мотивированными, способными людьми, как по мне. Вот. Мы были не готовы к этой войне. Но в принципе, как бы ни говорили, результаты все-таки мы не всю Украину потеряли. От що вам дозволяло завжди тримати оцю силу духу, не піддаватися стресу? Тому що, напевне, там на війні різне бачили, так, різне чули. Ну, у мене, знаєте, у мене особо как бы не було каких-то там, ну, мами рядом там или кого-то. У мене особо, ну, я особо и не переживал, потому что это, ну, это бесполезно. Ну, надо делать, надо работать, надо защищаться, надо атаковать. То есть там, ну, нету времени, как бы. Да, бывали моменты, когда было так тяжело, хотелось домой. Но ты должен понимать реальность этой ситуации. Ты должен понимать, что так оно на данный период. И с этим надо жить, и надо как-то дальше двигаться, и надо что-то делать. И что какие-то там угрызения или какие-то там переживания, их надо отбросить. Они ни на локоть не приблизят тебя ни к чему. Вот. То есть, так. Ми часто запитуємо у нашій студії політиків, політологів, як вони гадають, коли війна завершиться нарешті на сході країни. Ви бачили її зсередини. Что вы можете сказать? Когда закончится? Ну, я думаю, закончится тогда, когда со стороны России, со стороны России она перестанет быть такой активной, а со стороны Украины, когда Украина перестанет быть такой пассивной. Вот. Я думаю, тогда, может быть, и будет начало приближения к концу этого всего конфликта. Загалом, який настрій у бійців? Що кажуть хлопці? Вони такої самої думки, як у вас, типу, що Україна пасивна в цьому плані? Нас завойовують, а ми не всіх сил докладаємо? Ну, знаєте, у всіх мнення різні. Ну, є, звісно, недовольство нашою властю, некоторими їхніми поступками. Наприклад, вопрос о том, що на должности генералов там или определенных должностных лиц чинов выдвигают бывших каких-то людей, которые себя проявили в момент, когда стране было плохо, на стороне нашего противника, вот, которые бегали с флагами или кричали, или бездействовали, и они теперь им дают какие-то должности, и они приходят на передовую уже в новом формате и начинают нашим парням, которые там отсидели в окопах, которые воевали, реально делали что-то, что-то говорить, что-то указывать, чем-то их упрекать. Вот это больше всего, ну, людей раздражает, потому что они все это видят. Наши власти думают, что люди ничего не видят, бойцы там сидят, ничего не знают, ничего не видят. На самом деле это неправда. Люди все видят, люди все видят, даже больше видят, чем наша власть. И могут сделать больше, чем наша власть, я уверен в этом. Но нашей власти это невыгодно. Они зарабатывают деньги. Как зарабатывали по старым схемам, так и зарабатывают. Ничего не поменялось. Вот. Часто військові, котрі були на війні, розповідають, що в них змінилося ставлення до життя, цінності змінилися. Ви щось таке відчули? Ну, да, звісно. Ну, війна, от це все, що ти бачиш, людські якісь там смерті, переживання, якесь горе, воно дуже сильно сказується на тебе. Ти пересматриваєш багато речі. Я замічав, що багато бойці, коли повертаються до тебе додому, їх дуже сильно раздражает то поведение людей, которые окружают их, потому что у них уже другое, они видели какое-то горе, какое-то что-то
такое, что ты ценишь больше то, что у тебя есть, чем раньше. Ты живешь в мирном городе, где нет войны, где-то по телевизору показывают войну. Ну да, война. Ты не ценишь того, то, что у тебя есть. Ты не ценишь, что у тебя нигде не бухает, не взрывается, ни стекла не вылетают нигде. Ты этого не ценишь. Побывав там, ты переосознаешь все это, ты видишь это по-другому. И ты, когда приезжаешь в свой родной город, ты видишь, как люди равнодушно относятся к тому, что у них есть, конечно, естественно, это задевает. Важко было вам вливатися в звичне життя, чи ні? Да, я до сих пор, в принципе, вливаюсь, пытаюсь себя как-то реализовать. Бывают такие, все, вернусь обратно. Вот. Но, знаете, я просто понял, что надо что-то минимум, хоть какой-то минимум, но сделать. Хоть как-то себя реализовать, какое-то жилье себе, какую-то почву какую-то сделать. Вот. То есть это обязательно, минимум должен быть, чтобы потом не вернуться и не стать у разбитого корыта. Это надо. Ви остаточно вирішили, що хочете жити в Чернівцях, так? Ну, на даний період, да, у мене є таке желання, а там, знаєте, я навіть не представляю, що для мене приготувала судьба, тому що до війни я навіть не представляв, що в моєму регіоні буде війна, тому що буде завтра або що буде післязавтра, я навіть не представляю. Як по мені, краще жити одним днем. Вот сегодня поступили проблемы, решил их. Ну, можно там на какую-то ближайшую перспективу что-то наметить, но это все не стоит сильно. А як саме Чернівці з'явились в вашому житті? Меня сюда пригласили люди, мои побратимы, которые знают мою ситуацию. Они меня сюда пригласили. Помогли мне адаптироваться здесь, помогли мне как-то с работой, помогли мне здесь как-то себя начать реализовывать. Вот, потому что я как бы с одной жизни в другую и резко в другую, и как бы у меня не было плавных каких-то переходов. У меня мирная жизнь, война, потом опять мирная жизнь, но уже в другом городе. То есть мне, чтобы адаптироваться, как-то привыкнуть к этому всему, надо время немножко, вот я считаю. Раніше були на Західній Україні? Нет. Я вас просто не можу не спитати, яке у вас уявлення було, так, про захід країни. Ну, знаете, я как бы здесь не был, и поэтому уявлення, ну, было такое, что тут горы, да, тут какие-то исторические ценности насчет людей. Да, было такое, знаете, ну, то есть, мне кажется, это тоже, наверное, какой-то вот что ли пропаганда, что здесь люди как бы очень плохо относятся, вот, например, к русскому языку, что их ходят, и по Донецку, я помню, ходили какие-то легенды, что кто-то опоздал на поезд, у него не хватало там 5 копеек, он подбежал к бабушке, там, на тебе 5, дай мне 5 копеек, она, ты москаль, не дам я тебе ничего. Ну, то есть, да, ну, были такие, ну, истории, то есть, да, как бы формируется под этим мышление какое-то все равно, как бы ты не осознавал, что везде люди одинаковые, в принципе, везде и нормальные есть, и ненормальные, но все равно как-то вот было у меня такая настороженность, я даже, когда сюда приехал, я пытался говорить на украинском, но у меня не сильно это получается, так как в моем регионе больше доминирует русский язык, ну, пытался, мне просто люди сказали, тебе легче на русском говорить, я, ну, легче, они сказали, так что ты тогда выкаблучиваешься, говори на русском, и я тогда по-русски говорю, хожу, и никаких для себя не слышу в мой адрес упреков, или чего-то еще, то есть никаких таких моментов я не замечал. Угу. Вот. Тобто вже виникає думка, що хтось ці стереотипи штучно створював? Ну, так і було. Їх спеціально створювали. Знаєте, мені навіть таке впечатлення, от у вас тут люди, вони чаще ближче к Європі, їздять чаще в Європу, вони бачать, як люди живуть. То есть они видят, что у людей нету таких ресурсов, даже как у нас в стране, но они почему-то, у них нету нефти, у них нету газа, у них нету угля, но они почему-то, их уровень жизни намного выше нашего, и по-другому все работает. Вот. То есть вы это видите, вы хотите это принести сюда, к себе, а там на Востоке доминирующая большая часть населения там не было. Для них ближе Россия, ближе вот это
вот это то, что у них происходит на самом деле. Они ничего не хотят как-то менять у себя. Ну, я думаю, это тоже какая-то информационная политика. Я думаю, если бы этим людям как-то преподносили, показывали, какая может быть у них жизнь другая, с какими привилегиями, то есть, я думаю, может быть, там развернулся бы совсем другой сценарий на Востоке. Певний час просто проходило зомбування та Росією населення сходу країни, і тому у них геть перевернуте уявлення було про їхнє майбутнє. Тому така ситуація склалася. Зараз, оцінюючи всі події, які відбуваються, які відбулися на сході країни, ви для себе вже знайшли відповідь на питання, чи можна було уникнути цієї війни? Ну, я чуть-чуть вернусь. Во-первых, не только России было забывание, но и нашим правительством. То есть не только Россия приложила усилия для того, чтобы люди на Востоке так считали, но и прошлое наше правительство сделало для этого немаловажные шаги. От людей мало чего зависело. Вот. Зависело больше, в частности, например, в Донецке и в Донецком регионе, это от элиты. То есть та элита, которая находилась там, то есть богатые люди какие-то, ну не буду я называть их ни имена и фамилии, то есть элита, богатые какие-то чиновники, они, если бы выбрали для себя какие-то плюсы и позицию проукраинскую, то тогда, конечно, бы повернулось все, возможно, так же, как в Днепропетровске. Вот. Вы же знаете, какая была в Днепропетровске. Там тоже был такой же сценарий, как и в Донецке, но господин Коломойский со своими друзьями сделал все для того, чтобы там не повторился донецкий сценарий. Ему это было, скорее всего, невыгодно. Вот. Ну а вот в Донецке приняли другую сторону, договорились, наверное, с кем-то как-то, чего-то боялись. И вот так получилось. Якою ви бачите Україну через 10 років? Я думаю, ми станемо намного умніше. Ми вже стали намного умніше. Я думаю, ми станемо намного технологічніше, намного мощніше, як країна, во всіх смислах, в її і політичному, і в економічному. Я думаю, і наша політика буде розпространятися не тільки в нашій границі, але й на інші страны и на другие регионы, так как об Украине, в принципе, до этой войны никто и не знал. Вот. А сейчас Украина – это, можно сказать, такой монолит перед агрессией в Европу. Вот. И о нас говорят все, нас уже знают. И это та страна, в которой бы вы хотели жить в будущем и своей родине? Да, я хотел бы в ней жить. Ну, знаете, если бы мне предложили жить, например, в Украине или в Германии, на данный период я, наверное, выбрал бы в Германии. Не буду лукавить. Но мне бы очень сильно хотелось бы, чтобы мой выбор остановился все-таки на Украине. Спасибі вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, учасник бойових дій на сході України, боєць з позивним «Марс», був гостем програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що були з нами. Дякую.